Метанольный экстракт лука подавлял рост клеток эпителоидной карциномы шейки матки и аденокарциномы толстой кишки. Фенольные соединения в растворимых экстрактах кожуры жемчужного лука при концентрациях всего 5 микрограмм на миллилитр показали антиоксидантную противовоспалительную ингибирующую активность в отношении расщепления ДНК клеток рака, о которых сказано было выше, а также ингибирование экспрессии циклооксигеназы и окисления холестерина, связанного с липопротеидами низкой плотности. Предварительная обработка обогащенным фенолом экстрактом кожуры красного лука в объеме 100 и 500 мг на килограмм против окислительного стресса, вызванного свободными радикалами 4-хлористого углерода в печени и почках крыс, повысила уровень малонового диальдегида в тканях и значительно снизила каррагинан-индуцированную эдему в лапах крыс. Результаты исследования показали эффект лука и его составляющих, таких как полифенолы, флавоноиды, в основном кверцетина, при воспалительных заболеваниях сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, нейрональной, респираторной и мочеполовых систем. Противовоспалительные эффекты растения и его составляющих опосредованы посредством модуляции различных воспалительных клеток и медиаторов. В этом контексте сообщалось о снижении общего количества лейкоцитов, нейтрофилов, эозинофилов и в ингибировании хемотаксиса полиморфно-ядерных лейкоцитов человека. Результаты различных исследований и экспериментов также показали, что противовоспалительное действие растения обусловлено его составляющими, и в основном это кверцетином и его производными.